Более 170 человек стали участниками специализированной смены «Эко-сознание. Действие. Результат». В программе смены мастер-классы, экологические проекты и акции, экскурсия в заповедник. Итогом работы станет отчетная конференция. Ребята представят свои проекты. Проекты могут быть как индивидуальные, так и совместные, коллективные. Тематику проектов ребята смогут выбрать для себя, прослушав лекции и посетив общие занятия, которые подготовят для них специалисты. Может быть, это будет социальная акция по очистке территории пляжа. Может быть, это будет социальный проект по исследованию тех растений, которые мы встретим во время экскурсий на территорию заповедника. 19 делегаций из Ростовской области, городов Курска и Тихорецка впервые приехали в смену. Многие участники занимаются исследовательской деятельностью, имеют экологические проекты. Лариса Филохина и Ангелина Цхурбаева из отряда «Среда обитания» в своем родном городе Ростове-на-Дону организуют мероприятия по очистке территории школы и районов города от полиэтиленовых пакетов и резиновых жвачек. Мы собираемся сюда уехать с самыми лучшими экологами, с грамотами, с дипломами, познакомиться с новыми ребятами. Тут очень много их, все очень интересные, милые. Спасти планету можем только мы сами. С таким девизом стартовал межрегиональный слет юных экологов. А символом вечности и красоты стало дерево, которому ребята помогли стать зеленым. Каждый отряд прикрепил листок с надписью на память. Мои сверстники, я думаю, что должны знать о современной экологической ситуации, должны предпринимать какие-то действия для того, чтобы предотвратить экологические катаклизмы. На открытии каждый отряд представляет свои визитки, песни, танцы, акробатические номера. Со своим номером выступают также организаторы смены и вожатые. Сегодня первый день, и впечатления просто замечательные. Ну, такого уровня организации, если честно, мы не ожидали. Ну, просто все на высшем уровне, нам очень-очень нравится. В смене мальчишки и девчонки будут не только заниматься экологией окружающей среды, но и экологией души. Учиться общаться, слушать и слышать друг друга, а также отстаивать свою точку зрения.